Современный мир невозможно представить без интернета. Сегодня, благодаря такому благу цивилизации, гораздо легче организовывать работу в различных отраслях промышленности, общаться с друзьями и просто узнавать мир. Да и редко где в городе можно встретить квартиру, в которой не подведен интернет. А значит, и конкуренция среди провайдеров велика. В связи с этим компании, предоставляющие услуги подключения интернета, стараются порадовать своих постоянных клиентов. Так, например, известная в Рязани компания Видикон организовала очередной конкурс для своих пользователей. Мы с нашими партнерами, телеканалом Viasat Explo, решили организовать акцию, посвященную одноименной передаче на канале Viasat Explo «Полярные летчики». Акцию мы проводили в течение последнего месяца, и главными призами были вот такие замечательные вертолеты, а также наборы полярного летчика. Для участия в акции нужно было участвовать в онлайн-игре и набрать большее количество очков. В конкурсе приняло участие немало клиентов компании Видикон. Он состоял из 4 этапов. 2 августа завершился последний из них, а 25 числа компания Видикон наградила победителей обещанными призами. Пользователи могли узнать о конкурсе не только с официального сайта компании, но и из социальных сетей. Увидел в группе ВКонтакте сообщение, зарегистрировался, принял участие. Там все оказалось достаточно легко. На сайте компании Видикон я частенько туда залазил, оттуда это узнал. А почему выбрали вот оператором именно Видикон? И посоветовали достаточно высокую скорость интернета и качественное телевидение. Так. Через телевидение шла бегущая строка, что разыгрываются. Вот решили попробовать с семьей, с сыном. В общем, участники конкурса остались довольны, а компания Видикон обещает и дальше радовать своих клиентов интересными конкурсами.